Молитва Пресвятой Богородице на удачное разрешение любого начатого дела. О Пресвятая Дева, Мати Господа Вышнего, скоропослушная заступница всех, к Тебе с верою прибегающих, призри с высоты небесного величия Твоего намя, непотребного, ко святой иконе Твоей преподающая. Услыши скоро смиренную молитву мне, грешного, и принеси ее к Сыну Твоему. Умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом божественным благодати Своей, и очистит ум мой от помыслов суетных. Да умерит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрые дела и укрепит работать ему со страхом. Да простит вся содеянная мною злая, да избавит от вечные муки и не лишит небесного своего царствия. О преблагословенная Богородица, Ты благоизволила еси нарящися во образе Твоем, скоропослушница, повелевающий всем притекать к Тебе с верою. Не презри уба менее скорбного и не попусти погибнуть мне в бездне грехов моих. На тя побозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству вручаю себе во веки веков. Аминь.